Анонс и дата выхода 8 серии 2 сезона сериала ИП Пирогова. 8 серия 2 сезона сериала ИП Пирогова выйдет на ТНТ Премьере и на портале Star.ru 28 октября. На телеканале Супер показ сериала с первой серии стартует тоже 28 октября. В новой серии мы увидим, что для того, чтобы заполучить выгодное сотрудничество с рестораном, Вере приходится пойти на обман, но рано или поздно все тайное становится явным. Возвращается Дима и собирается вновь завоевать сердце Веры. Тем временем Валя забывает о Сашиной измене, и все идет к тому, что пара снова будет вместе. Помним, во втором сезоне сериала ИП Пирогова действия в основном происходят в пекарне, обустроенной Верой Пироговой под кафе, которая оформлена в соответствии с ее великолепным вкусом. И кажется, все проблемы позади. Наконец кондитерская начала работать, принимая первых посетителей. Но это только на первый взгляд. Ведь как только двери Вериного кафе распахиваются, в них, кроме посетителей, потоком начинают прибывать и новые задачи и проблемы. В новых сериях Вера Пирогова будет бороться с потопом, устраивать совсем невеселые мероприятия, поминки, пытаться наладить отношения со скандальными соседями, искать общий язык с клиентами хамами, а также принимать то, помощники у нее весьма нерадивы. Кажется, что не только каждый день, а каждый час приносит Пироговой сплошь и рядом неприятные сюрпризы. Веру ждет еще больше неординарных ситуаций, из которых ей придется как-то выходить. Каверс, с которым нужно будет справляться, и хитросплетений. Напомним, 8 серия 2 сезона сериала ИП Пирогова выйдет на ТНТ Премьере и портале Star.ru 28 октября.